У нас 25 февраля сегодня. Радость-то какая. У нас небо чистое. Видно, да? Самолет взлетел. Вообще никакого нет. Ни следа. А, он еще сейчас будет взлетать. Мы сегодня с другой части парка гуляем. Я что хочу показать? Небо чистое. Просто чистое небо, солнце видно, я такого давно не видела. Но зима нас не покидает, как бы. Сегодня у нас сколько? Ну, ночью было где-то минус 14 по Цельсию, но сейчас где-то... На солнышке подтаяло, но бабу лепить все равно нельзя. Сейчас мы посмотрим. Где-то минус 6 сейчас. Ну, за всю зиму всего лишь несколько дней было с чистым небом. И вот сегодня один из таких дней. Сегодня 25 февраля 2022 года. Обалдеть, нет слов. Просто, вот смотрите, какая красота. Небо просто чистейшее. И солнце видно. И, кстати, да, все забыли про болячку. Все. Болячки не существует в штате Миннесота. Можно ходить без маски, каски, но, как правило, половина все так же продолжает ходить. И даже я ходила в бассейн. В бассейне есть сауна. И некоторые такие странные экземпляры заходят в сауну в маске. Вы представляете, сидеть в сауне в маске, в наморднике? Жесть. Вот еще такой маленький кусочек. Там далеко где-то такие несколько... Далеко-далеко какие-то облачка. Угу. Вы не представляете, как приятно видеть чистое небо и солнце. И дышать чистым воздухом. Это реально радость. За всю зиму несколько дней. И солнце видно. Смотрите, видно солнце. Обалдеть. Там на взлет идет самолет. Мы раньше всегда снимали вот с противоположной стороны, вон где самолет пошел на взлет. Угу. Сегодня с этой для разнообразия. Самолет взлетает, нет никакого следа. Угу. А, сейчас вот этот будет взлетать. Это нормальный самолет без всяких красок. На взлет. Они с той стороны идут на посадку. Говорится, а мы все гребем и гребем. И нам, кажется, зима не дает расслабиться. Спорт регулярно. Ага. Ну, сегодня такой снег, он интересный. Он и не мокрый, и не сухой.
Но бабу мы не слепим. Не получится.